Всем привет, продолжаем разбираться в игре Valorant. И следующий вопрос, хоть и прозвучал слишком банально, но все-таки некоторые игроки не смогли разобраться, как добавить друзей в игре Valorant. Для того, чтобы добавить друга в игре Valorant, необходимо узнать его ID или сообщить ему свой ID. ID мы узнаем путем наведения на свой никнейм в правом верхнем углу. Как вы видите, есть ник и есть 4 цифры. Вот это вот необходимо сообщить другу, либо узнать эту информацию у него. Далее в правом нижнем углу нажимаем на вот этот плюсик с иконкой человечка. Вписываем ник, в данном случае я добавлю сам себя, и 4 цифры 94-73. Нажимаем на плюсик. Вы не можете добавить себя в собственный список друзей. Понятно. То есть, если я бы добавил бы кого-то, у него отобразилось, что его добавили в друзья. Можете, в принципе, потренироваться на мне. Я всех добавлю в друзья, хоть я играю в соло. Ну, может, с кем-то поиграем. Я буду всех добавлять без разницы. Так что, не принципиально. Вот этот значок поиска, он нужен для того, чтобы из списка друзей найти необходимых там друзей, которые вам надо, и пригласить их в игру. Вот так это делается, приглашение. То есть у меня сейчас все офлайн, нажимаете правой кнопкой мышки и пригласить. То есть если вы создали, допустим, какую-то игру, там играть, своя игра, и вот пригласить, он туда зайдет. Ну или там без ранга, например, в это лобби, так же самое. То есть, как вы видите, вот, допустим, кабан и его уникальный номер, там Dixon, и тот игрок. То есть вот так это просто с одной стороны делается, но, честно говоря, действительно какие-то есть затруднения, потому что все, наверное, упирается в том, что вводят никнейм, но забывают про 4 цифры, которые есть у вашего никнейма, как какие-то уникальные. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. Можете в качестве тренировки добавлять меня в друзья, тренироваться на мне. На этом у меня все. Всем пока. Играйте честно.